Да чтоб тебя, ёб твою мать. Слушай, племяшка, я тут вообще ни при чем. Она сама тут поросла, вон, в ухом и травой. Скоро твой дядя вообще будет бомжом. Слушайте, если вы пришли мне удобрить землю, так бы и сказали. Ой, сори, племяш. Теперь надо только думать, кому дом завещать. Может, тебе? Или этому ужасному, который торчит в сортире целый день и вылезти не может? Дядя Копатыч! А, племяша мой улетела! Спокойно, дядя Карпыч себя сейчас спасет! Дядя, если ты решил избавиться от второго наследника, так бы и сказал. Да я и не собирался. Значит, за здорового дяди надо похмелиться. Ой. Племянники, дядя Копатыч хочет похмелиться. Нет, дяде надо лучше поспать, потом похмелиться. Ну да, еще домики для скворцов жены сделал, надо идти делать. Ну как, племяши, дела со своими скворечниками справились с заданием? Ну, племяши порадовали, о, молодцы какие, надо чаще им давать задания. Эй, пацаны, давайте, залетайте в свои новые скворечники. Так мы не поняли, это что за хрень? Пацаны, давайте проучим этого алкаша. Все, конечно, круто, но я боюсь в воздухе обосраться. Да и сам полет на парашюте очень дорого стоит. Не думал, что так все плохо закончится. Живой. Ребята, снимите меня отсюда. Я, походу, обосрался. Придется сказать бабушке, что она скоро будет вдовой. Снимите меня отсюда. Ну, ребята, ну с кем не бывает. Ну, зависимость у меня такая. Что мне с этим поделать? Все, никакого алкоголя. Только одну чекушечку и завязываю. А ну, откройте, быстро. Я требую адвоката. Выпустите меня, это моя жизнь, и мне решать, пить мне или нет. Ты бы постыдился, тут же твои племянники стоят, они не хотят, чтобы ты пил. С этими предателями я вообще не хочу разговаривать, ну-ка выпустите. Племянник, когда жрачку принесут? Ты на диете. Помоги мне, я просраться не могу. Куда мы теперь, Копатыч? Туда, где рай алкоголя. И туда, где нету племянников, которые бы настучали. В следующий раз сама пойдет за своей травой. Кажется, мы ее нашли. Только один вопрос. Это вот, что, трава умеет ходить? Отлично помогли, спасибо. Ребята, я вернулся. Кому там наследство нужно было? Признавайся, это ты с моей женой мутишь. Так вот, с кем она мне изменяет. Убью, вы вообще кто? Дружище, они вообще какие-то ненормальные. Разбудили меня посреди ночи и утверждают, что это их дом. Слушай, давай мурага оторвем, пока он нас ими не забодал. Ты что, он не должен знать, что такое пылесос, а то все перевернется вверх. Да ёб твою мать, какие упыри засрали мою пшеницу. Ну попадись, они мне сразу бошки откручу. Господи, за что? За что мне это наказание? Да что сразу я обычный медведь, который хочет уже покоя. Надоело мне это все. Так, ну-ка, где мой ремень? Ты никуда не поешь, пока мне пшеницу не восстановишь. Эй, я вообще-то тоже член семьи, имею право ругаться. Пин, если твой сын не восстановит мне пшеницу, мы больше не братья. О, жрачкан. Ты чё несёшь? Я просто захотел жрать. И нахера такие знания моим племянникам? Их батя и так хорошо кормит. Давай морковку я жрать хочу. Да господи, да давай, ты её уже сожрём. А то я так с голоду сдохну, пока ты там нарежешь. Куда лезешь разными руками? Друг мой любезный, как вы это жрёте? А кто меня целыми сутками голодом морил? Мне всё равно, что жрать, главное жрать, хоть говна наложи. Эй, ты чё там возишься? Они нас обогнали. Значит, план Б, летим. Мы круче всех, мы лучше всех. Парам-паре! Ой, что-то нас высоко занесло. Ты землю хоть видишь издалека? С мягкой посадкой. Иди помоги племянникам. Так что делать, я не понимаю. Племянники. О, это же первая фотография ежика, когда он сказал папа. Брательник мой тогда долго ему подгузники менял. Помогите! Помогите, пришельцы наступают! Походу нечистая сила где-то ходит. Долгоманец, это племянники тебя напугали. Нет, это не они. Смерть с косой пришла. Бежим отсюда! Твою мать! Ай, моя задница. Что это за говно? Будем мы одни, я вам таких пендалей надаю. Ну ладно, давайте другой способ придумаем. Ну давай, бей, пока я не передумал. Ты кто? Снежный медведь. Да это я. Ну давай, рассказывай, что там мои племянники хотят. Ну короче, Крош хочет, чтобы ты... Провел им интернет в хату. Они что, совсем оборзели? У дяди столько денег нема. Короче, сбрасываешь свою хрень прямо на пшаницу, чтобы всякие вредители ее не пожрали. Брательно, ты меня услышал, Ферштейн?
Yes, sir. Отлично, брательно, еще раз. Давай, сбрасывай. Ё-моё, он же у меня кодирован, неужели напился? Ой, мама дорогая, господи, что там происходит в этом самолете? Все-таки ваш батя нашел мою заначку последнюю.